Друзья, всем привет, меня зовут Любомир Борода. И сегодняшний выпуск мы хотим с моей женой Таней посвятить маякам. Наш город Николаев, созданный на берегу судоходного лимана, изобилует различными объектами, связанными с навигацией по воде. В том числе к ним относится ряд маяков, целое семейство маяков, которые указывают путь в 13 коленах, ведущих к Николаевскому морскому порту. Вот. Сегодня мы решили выехать с Таней, с собачкой Джерри и проехаться по нескольким из этих маяков, посмотреть их, потому что мы их никогда не видели, кроме одного хабловского заднего, и, собственно, показать их вам. Вот. Что из этого получится? Давайте посмотрим. Маяк называется Передний Сиверсов, есть еще Задний Сиверсов маяк. Вот название происходит от того, что расположены они на Сиверсовой косе. Сейчас мы приехали на русскую косу. Вот сзади меня находится русский задний маяк. Джерри впервые увидел корову и не знает, как на это реагировать. Бегает вокруг, лает. Перед этим искупался. Тоже первый раз сам залез в воду. Недавно мы ездили с ним на дачу. Я заходил в воду, чтобы он поплыл ко мне. Но он так еле-еле, потихонечку, только вот один раз. Это когда я его в воду опустил. Вот, он поплыл к берегу. И один раз доплыл до меня, но совсем недалеко. А тут уже, бегая по берегу, сам стал заходить в воду. Отсюда, конечно, не очень хорошо видно, но сейчас я вам покажу. Вот это стоит в воде маяк лимана Ажарский, передний. Вот. А там мы видим русский задний маяк. Кто это у нас искупался? Джерри, посмотри. Передай привет подписчикам. Хотели сфотографировать рапсовое поле. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Подъезжаем к Кисляковскому маяку. Самый дорогой на сегодняшний день для нас маяк. Стоит покусанных голов.
Пчел тут нету, но столько куча вот этой вот, блин, мошки. Ой, блин, маяки. Местные, наверное, в шоке, блин. Приехала такая парочка с собакой, с какими-то камерами сквозь щелочки суют свои фотоаппараты, что-то снимают таким вот образом. Еще подумают, что мы какие-то шпионы. Это наш последний маяк, как некоторые любят говорить, крайний, вот. Хабловский задний маяк. Вот, не последний маяк на сегодня, а на сегодняшний наш задний маяк. Хабловский задний. Такая вот красота. Собственно, когда мы неделю назад ездили на Станислав, по пути был как раз этот маяк, вот. И после чего дома уже, когда мы перебирали фоточки, видосики, очень захотелось посмотреть другие маяки. Единственное, что плохо, то что все они закрыты, все они за забором, вот. Это вот единственное, которое вообще стоит просто в поле, никакой охраны здесь нет, и к нему можно близко подойти. У остальных же везде заборы, везде собаки, вот, и не всегда можно подойти как-то поближе, чтобы показать красиво. Вот, где-то приходится заезжать с задницы, вот, а где-то стоит на такой местности, что перед можно посмотреть только либо зайдя на территорию, либо с воды.